Когда вы молодые были, у него тоже усы уже были, да? Да. Как вы целовались? Хочешь, я тоже усики отращу? Ну, отрасти. Че? Усы. Кому? Дима. Так, шутка затянулась. Совсем не думаешь своими мозгами силиконовыми. И тебе привет, Димочка, я тоже соскучилась. На часик, может, на два, ну, смотря сколько потянешь. Это брось, сколько потянешь. Сколько надо, столько потяну, хоть 3-4. Сутки не могу, то никаких больше чик-чирик. Ты мне это третий раз уже говоришь. Ты пойми, мы не можем больше встречаться. Ты, в конце концов, красивая, ты молодая. Ты с кем сейчас разговаривал? С кем надо? Тебе знать не надо. Стоишь, подслушиваешь, как люди писают, а? Странные вещи тебя возбуждают. Где Катя? Так она в 313 ушла. Представляешь, в 313 бывшая жена Нагиева. Дима, открывай! Я знаю, что ты здесь! Дима!